Сегодня у нас реакция на мультики про танки. Начнем с конвейерного сериала Геранда. Серия называется «Железный мутант». Иди сюда. Так, вот, поехала. Чхрага. Ты еще кто такой? Зря вы сюда поехали. Давай, заряжай свою аннигиляторную пушку. Ох-ох-ох. А, он снарядами стреляет, я думал лазером. А то было бы уже совсем как в Звездных войнах. Пюх. По кумполу. А где его лазер? На фонарик? Вот он. Такс, снова пулемет. Нафиг, нафиг. Супер-пупер косоглазие. На! Ах, салп. Такс. Марсианин, ну, не знаю. Еще как повернется? Так, это что? Фу, вот это вот мерзость. Блин, нехорошо это все дело. Может, вы его уже добьете? Такс. Вот два зараженных. Фу, гадость. У тебя сзади пушка. Зачем ты поворачиваешься? У тебя сзади пушка есть. Пушка. Во! Все. А, не послушай, ты один подсоби. Во. Аннигиляторная пушка. Тоже помог. А этот тупо стоял все и смотрел на это. Дагер, серия Черный КВ-44 против Советов. Офентагер. Погнали. Такс. Фу-фу. Совет тут просто рыбачили. Ой. Это больно. Так, он чем-то... Такс. Из Тарии поехал. Да. Слабовато как-то. Ярл. Яр. Чё за пират это? За укреплениями был. Тем временем КВ-44. Привет. Мы тебя починим. Давно пора. Черный Ратте против КВ-44М. Такс.
Да, помним мы это все, помним. Такс. Тут гусеницы чинят. Временно. Сколько вам еще нужно времени на ремонт? На ремонт уйдет около суток, но нам надо будет копать туннель в другом месте, так как впереди путь может быть заминирован. Черный Ратте пойдет в атаку на КВ-44. За ним пойдут остальные танки. Нужно как можно ближе отодвинуть линию фронта крепости. Мой господин, но это очень опасно. Мы можем потерять черного Ратте. Да, и вы его пофукаете. Если бы я хотел твоего совета, я бы его спросил. Болван, я приказываю вам, что нужно делать. А ты должен выполнять. Атаку будем проводить ночью. Для большей внезапности. Черный вниз. Будет началом операции «Цунами». Цунами? Простите, но почему цунами? Цунами. Потому что, если после атаки Черного Ратте наши войска смогут закрепиться на правом фланге, впоследствии они смогут волной хлынуть на советскую крепость и сотрут ее с лица земли. Цунами. Я, конечно, Нефельмаршал, но мне кажется, приказ очень необдуманный. Да, атаковать КВ-44 в лоб — это самоубийство. Согласен. Такой махине, как Черный Ратте. Начать операцию цунами. Ну, этому все равно. Этому все равно. Он... Такс, опа. А он-то не видит ничего. Этот робот... Блин, вот не люблю я эту защитную штуку. Давай, огонь всех орудий. Вот, надо было так вот сразу. Во, по ним тоже надо. Сначала надо на Черного Ратте огонь направить. Так, опять плитка отпала. Так, а тут он уже не ставит свою защиту. Батарейка села, походу. Он на таран идет. Ты дебил? КВ-44 весит тебя намного тяжелее. Давай, профукай. Давай, ты должен умереть. Так, я сюда займусь. А, то... Они копа... Ратте их отодвигает, а... Да ну не. КВ-44 сильнее. Блин, чё... Так, чё тут? Замена повреждённых модулей. Опа. Он такое уже делал. Так, арта. Это рискованно. А этот улыбается. А, вот, наконец-то. Использовал. Давай. Кого я поддерживаю? Вот по вам надо уже давно огонь открывать. КВ-44, отступай в крепость. Чего? Вы так фанг профукаете. Кажется, работает план. Мы пододвинулись к крепости вплотную. Та, только без Черного Ратте.
Нам тяжеловато будет. Хм. Ну, видимо, командование побольше нашего понимает стратегии. Хм. Побольше вашего. О, моя Ліба, Чорного Рата живо в цех для починки. Он нам пригодится в дальнейшем наступлении. Угу. Чё он такой добренький? Быстро, быстро отправляют его на ремонт. Нужно срочно его привести в боевую готовность. Давайте. Такс. Ну, тут, походу, победа была за Чёрным Ратом. Ну, если смотреть в общем, КВ-44 отступил. Рата, конечно, был на ремонте, но... Следующий у нас мутант серии. Американский гибрид Раты. И мне кажется, ли паровозик стал еще длиннее? Такс. Мы это помним. Я тебе по зубам, даже целая армия, такого. Сейчас. Такс, вот американцы. Я когда-то уже проводил службу здесь, и мне доводилось уничтожать японских 120-тонных ОИ. Не без помощи моего отряда, разумеется. В живых остался я один. Блин. Что колонна? Кто вы войти? И зачем сюда прибыли? Вы понимаете, что они говорят? Генерал-майор Шерман прибыл со своим взводом для пополнения гарнизона на вашем заводе. Такс. Ну вот, собственно, и все, Дориан. Пушки прошли испытания на отлично. И вскоре ты готов будешь отправиться на задание. Ты должен будешь разрушить всю военную инфраструктуру японцев. Настало время их остановить. Хм. Да, в самое время. Если они этого и добиваются, чтобы я покинул завод, и после этого они ударят с новой силой. Хм. Наш завод под надежной защитой. На помощь Варте прибыл отряд американских десантников. Заканчиваем пополнение боекомплекта. Такс. Профессор Т1. У меня к вам просьба. Советских профессоров я не посмел просить об этом. Ресурсов у них и так недостаточно. Вы не могли бы прокачать и мою огневую мощь? И ты тоже вслед за Дориана? Разумеется, могу. Сейчас же займемся чертежами и вскоре приступим. Превосходные пушки. 700 миллиметров американской мощи. Продолжайте в том же духе, куйте сталь, пока она горяча. Так. Ратте, двигателю не слишком тяжело тащить удлиненный кузов. Все отлично, у меня большой запас мощности. Как я вижу, парни уже справились, тогда можем начинать установку. Так. От советских они мало чем отличаются. Спасибо, Брэдли. Только вместо красной белая звезда. Не подойдет к нашему заводу. Такс, все.